Возгорание сухой растительности у двух населенных пунктов в Хасанском районе ликвидированы, сообщает МЧС Приморья. По уточненным данным, 12 апреля в 20:14 возгорание сухой растительности у микрорайона Рыбак в ПГТ Славянка ликвидировано на площади около 500 гектаров. Пал травы у поселка Зарубина ликвидирован 12 апреля в 23:40. В настоящее время пожарные тушат остаточные очаги на удалении от населенного пункта. Всего огонь прошел около 8 километров по фронту. Благодаря оперативным наращиванию сил для защиты населенных пунктов перехода огня на жилые дома не допущено. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Ситуация на контроле Главного управления.